Не мечтали о Гранд Чероки в 90-х? Ошибка. Незнакомы с новым Гранд Чероки? Фатальная ошибка. Версия Лонг. Она на 40 сантиметров длиннее стандартной комплектации. Ее длина составляет 5 метров 20 сантиметров. Двигатель V6 объемом 3,6 литра, мощностью 290 лошадиных сил. Бензин не ниже 85-го, а здесь есть пасхалка. Изображение Виллис 1941 года. Хромированные шильдики, хромированные зеркала, хромированные детали переднего бампера. Все, что не черное, то хром. Двухпоточная выхлопная система скрыта задним бампером. Камеры кругового обзора дополнены пятой камерой зеркала заднего вида. Раз, два, три. И вы внутри. У комфортных кресел с вентиляцией и подогревом кнопки продублированы на панели приборов и через сенсорный экран. Панорамная крыша интуитивно управляется тремя кнопками. Это отвечает за шторку, это за открытие, а это за сдвигание люка. Меню автомобиля дает легкий доступ к камерам салона и кругового обзора. Музыкальная система Alpine. Круглый руль с квадратными кнопками. Четырехзонный климат-контроль, салон-трансформер и третий ряд кресел. Понравился данный автомобиль? Обращайтесь в Армению, в компанию Автохайк. Хейтеры, люблю вас!